масла нормальный. Недавно мы посылали анализ масла в лабораторию, там тоже все нормально сказали. Там у нас находится топливная цистерна, вот, должно хватать на 18 часов перерывной работы. По какому? По солосу, по-моему, 18 часов. Вот это вот уровень. Недавно мы пополняли. Это больше вот там. Аварийного генератора объем 320 литров. Ну что, также это находится emergency switchboard. Запускаем, собственно говоря, электрический старт с этого щита. Первым делом отключаем подзарядку батарей. Engine starts battery charger. Отключили. С авто переводим в manual и нажимаем EG sequence test. Эмерджинси генератор вручную. Первым делом мы должны перевести управление на ручное и снять батарею с подзарядки. Все. Теперь идем, берем ручку. Перед этим необходимо декомпрессия. Перед этим необходимо найти клапан декомпрессии и слегка его вытянуть для себя. Вот он, да. Раскручиваем и бросаем клапан. Компрессионным клапаном или на стоп. Давай, компрессионный отход. Держи. Все, видишь, декомпрессия становится. И также необходимо не забыть обратно перевести подзарядку батарей в manual. С manual на авто поставить. А здесь автостарт панел, вот тут тоже необходимо не забыть на авто выставить, потому что потом, когда будет блокаут, он не запустится. Это наш steering gear запасного типа. Сейчас мы будем ее запускать. Первым делом нужно запустить первый или второй. Запустим первый. Нужно автопайлот отключить, иначе мы не сможем передвигать стаппорт и портсайд. Отключаем. Идем. Ты стой там, смотри, как будет. Стоп! Назад! Сейчас мы будем запускать рулевую аварийным способом. Вот у нас бачок с маслом. Необходимо перевести клапана. Для того, чтобы в аварийную открутить. Открываем этим клапаном. Подачу. И открываем с этого. Необходимо одеть наушники и иметь связь с мостом. И когда они говорят там право-лево, на сколько градусов, сейчас у нас стоит на нуле, если Игорь пройдет в эту сторону,